Ребят, всем доброе утро. У нас сегодня рыбалка в Дубай. Сегодня, видите, какой туманчик, тучки, влажность очень большая. Значит, мы вот вышли, эти ребята стоят, уже кастингуют. Сразу вот с канала вышли, увидели чайку и активность рыбы. И сразу начали бросать. То есть я думаю, что сейчас долго поимки ждать не придется, но... То, что я сейчас увидел, то, что размер небольшой, но это может то, что быть наверху, под ней может быть стоят рыба намного крупнее. Как говорится, не будем терять время, будем ловить. Так, наша первая рыбка. Сейчас больше не крути. Она за жабры уже взялась. Больше не крути. Все, открывай катушку. Хорошо. Хорошо. Первая рыбка наша. Будешь фотографироваться? Так, у нас еще одна рыбка. Квинчик в озибере небольшой берет. О, подтянула, да, подмотал. Если она только делает рывок, ты остановилась. Все, больше нет. Все, открывай. Открывай. Смотри, да, когда он... Все, молодец, молодец. Молодец. Есть, да? Хорошо, квинчик есть. Так. И чуть-чуть понежнее. Понежнее чуть-чуть. Да, не сильно так грубо. Так, у нас поджиг взял и сюда. То есть, если там, смотри, если там хорошая рыба, то есть ты ее можешь 5 минут доставать. А смотри, впереди какой котел вышел. Видишь, он прямо? А, и вот вышел, и вот, смотрите. Какой котел? Какой котел? Да, Миш, не спеши. Если там хорошая рыба, там ты ее можешь там 5 минут доставать, это нормально. Мне тут говорили, в Аргентине что-то час тянули рыбу, ребят. Вообще жесть какая-то. Только, пожалуйста, на буек не закиньте. Хамур, хамур! Все, 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 не доставай из воды! Все, все, ничего не делай. Красавчик. Красава! Красава, Миш, открывай катушечку. Вот такой хамурчик взял на джиг. Хороший прям. Вот такой хамурчик. Красавец, красавец, красавец. А ты думал, они на модные снасти ловят, да? Смотри. Офигеть, как он здоровый. Поймали мы хамурчика на джиг. Ребята кастинговали. А один человек опустил на дно и поймал хамурчика на джиг. Такого, кстати, для GBR это довольно-таки неплохой размер. Сейчас он, как видите, ребята ловят живца. И мы будем отправляться ловить барракуду. Но по дороге еще заскочим в одно место. Может быть, будет и кастинговая рыба. Чуть побросаем. Сейчас я вам живчика покажу, которого мы поймали уже. Значит, вот здесь у нас хранится живец. Тут специальный аквариум с аэрацией. Вот этого живца мы будем использовать для ловли барракуды. Значит, ловим мы его, вот видите, подходим к камням на угол. И там в камушках его на самодурчике ловим. Ты бросай, бросай. Так, Алена поймала хорошую рыбку. А не спеши. Проходи сюда, назад, проходи ко мне. И слабину выбирай. Да. Проходи, проходи, проходи. Проходи. Возможно, даже сюда, на эту сторону. Сюда проходи. Вот сюда, где я сейчас стою. Все, да, да. Хорошо. Все, молодец. Да, еще подходи сюда. Еще подходи. Все, хорошо. Достань желательно свой, потому что можете зацепиться. Угу. Доставай. О, доставай, говорю, быстрее. Ой-ой-ой. Что это было? Это квинфиш. Чтобы не зацепитесь. Все, все. Алена, у тебя спиннинг всегда работает, смотри. Да. Все. Ты как сопротивляешься. Хорошо, молодец, хорошо. Не спеши. Через силу мясорубку крутить не надо. Хорошо. Подтянула спиннингом, слабину выбрала. Если рыба начинает да, рывок, все, ты просто ждешь, стоишь. Все.
все. Остановилась, ты начинаешь. Спиннинг подтянула вверх. Мясорубку крутить не надо. Я уже вижу, как ты рукой держишь. Все, подтягу вверх. Она прям на дно тянет. Да. Конечно, там больше, там у нее хорошая. Да. Мы еще сегодня такую не ловили. Все, слабину не давай, шнур не должен ни в коем случае провисать. Все, спиннинг на борт не ложишь. Вниз, подтянула под мотан. Во, у тебя хорошо. Все, хорошо. Хорошо. Вот это зверь. Все. Эльбик. Хороший квин сделал. Вон она. Все, тебе нужно будет ее поднять вверх, но с воды не доставать. Да, хорошо. И когда я тебе скажу отойти назад, ты ничего не крутишь, просто отходишь назад. Все, не, ниже спину. Так не задирай спину. Подматывай, слабину выбирай, все, она уже сошла. Сейчас тебе повезло просто. Слабину видела, как провисшнул? Да. Ты должна его успеть выбрать. Я поняла. Все, вот обратно вверх. Вверх спиннинг. Вверх и подкручивай. Во, хорошо, все. Сейчас отходи назад. Во. Все, сейчас стоп. Все. Ты держи, ты все правильно. Сейчас рыбе надо пару кружков сделать. Спиннинг на этот не ложи, он поломается. Все, можешь еще вверх. Чуть-чуть. И отойди назад. Он не дотягивается до нее. Чуть-чуть вверх и подмотай. Чуть-чуть вверх и подмотай. Это очень тяжело. Давай, я знаю, что это. Это борьба. Жизнь на смерть. Давай, я знаю, что это тяжело. Вверх и чуть-чуть подмотай. Чуть-чуть. Все, я остаюсь. Рыба. Все. Алло, надо отойти назад. Все, открывай катушку. Катушку, молодец, красава. Просто это рыба огромная. Молодец. Я боролась, ты не представляешь, сколько. Супер, хорошо. Все, держи спиннинг в руках. Держу. Взяли квина. Алена взяла на воблер. И вот сразу зашли вот котел прямо напротив Атлантиса, на километра 3. И сейчас ребята будут кастинговать. Смотрите, что творится. Вон она ходит. Ну пока квин. Кинга я пока что сегодня не видел. Пока только квин. Ничего, будем ловить, может нам сегодня и повезет кинга поймать. Хорошо. А без резких движений делать не надо. Плавненько ее вытянул. Хорошо, вон он уже. Хороший квинчик, по-моему, да? Ты не спеши, то есть ты когда вот большую рыбу достаешь, это 5-6 минут, это нормально. Ей надо устать. Можно попить пивка. Да, можно попить пивка. Все, проходи сюда, потом. It's okay? Не, да еще рано назад, еще рано, еще рыба еще не готова. Не готова. Я понимаю теперь. Понимаешь? Ну что, расскажи, какие там новости последние. Что там в мире происходит? Все, не спеши. Уходи, пожалуйста, очень печально. А что уходи? Ты ее ловить собрал, говорит, уходи. Так положи ты на спину. She said, go away, fish, big fish, go away. Ну вот, she's talking. Fish coming, fish follow the rules, she said, go away. I don't want to catch you. Ой, блин, вообще что-то не хочет сдаваться. Борис. Все, пошла. Хороший квинчик тоже. Открывай. Молодец. Шо? О! Good fish. Есть. О.
Пойдет, да? Хороший клинчик, хороший. Еще одного квина взяли. Сегодня работают большие воблера. 130, 160. Ребятки, вот обратно мы зашли в котел. Все бросают. У нас ловят и девочки, и мальчики. У нас ловят все сегодня. И довольно-таки результативно. Сегодня хорошо, будний день. Лодок нет, никто не мешает. Какой плохой человек сквозь котла в троллинг не проходит. Так что сегодня можно спокойно себе гоняться за рыбой, спокойно кастинговать. Вот смотрите, какая красота происходит. Прямо у меня за спиной. Так, у нас еще один грин. Это, кстати, взял, что сошла? Ты слабину выбирай. Сошла. Ой-ой-ой, хороший. У него хороший, я видел. Хороший там рыбка. Во. Хорошая. Ты когда она делает такой рывок, она сошла. Потому что она делает рывок, ты просто держи спиннинг, а ты его начинаешь вверх поднимать. И ты у нее вырываешь просто его изо рта. Все. Так, вот у нас и барракуда. О, барракуда, барракуда. Я вижу, небольшая. Барракудка Калатехи Байлайн. Я сейчас с Кала ее залезет. Сейчас он возьмет залезку. Тейк Байлайн, Кала. Тейк Байлайн. Сейчас Кала делает филе с барракудой. Сейчас мы будем кушать сашими. Снимочек. Снимаем филешечку. Я путь. Прямо. Фонарь сашими. Сейчас будем дегустировать. Давайте. Давай. Фантастика. Фантастик? Фантастик. Вкуснее, чем ловить ее. Да? Да. Вкуснее, да? Просто буду дегустировать сейчас. У нас нет вакансии дегустатора рыбы. Наверное, появится после этой рыбалки. Дегустатор рыбалки. Ну, надо соевый соус брать с собой. Короче, то, что хотел получить. Да, спасибо. Огонь. Ребят, ну что, закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Утром неплохо половили квина. Довольно-таки зачетного размера. Значит, брал он на большие воблера, на 130, на 160 и одного поймали на маленький воблер. Потом пошли ловить барракуду. Барракуда, конечно, сегодня не клевала почему-то, но так бывает, это рыбалка. Каждый день разный, никогда не знаешь, что поймаешь. А вам спасибо за просмотр. Пишите, звоните, свои контакты я оставляю здесь внизу в описании под этим видео. Всего хорошего.